이렇게. Всем привет! Считанные денечки остались до всеми нами любимого судного дня. 1 сентября. Очень многие меня просили снять видео Back to School. Это видео, где я рассказываю о школьных принадлежностях и одежде и так далее. Вы его ждали? Это не оно. Потому что у меня нет такой суперсилы готовиться к школе заранее. Я, как и все, делаю все в последний момент. Я не сверхчеловек. Но перед тем, как начать это видео, я бы хотела, чтобы вы вспомнили самую типичную фразу, которую вы произносите перед началом учебного года. Давайте. Нет, не лето было холодным, потому что все ясно, где забрал Олег Газманов. Давайте еще. Нет, ни фраз не хочу учиться, как иду в горчице. Ладно, давайте я вам помогу. Вот в этом году я точно буду хорошо учиться. Да, вот это самая типичная фраза. Теперь я предлагаю посмотреть самые типичные ситуации в школе, которые всем знакомы. Смотрим! Просто попкорна не было? Ну что, чем хуже собачий корм? Мое. Итак, друзья, назовите мне столицу Африки. Люся. У Африки нет столицы, это материк. А ты, Арина, что хотела дополнить? Да, ничего, то же самое хотела сказать. Так, Арина, ты что-то хотела сказать? Нет. Хочу продолжаю. 2 + 2 = 4. Итак, кто назовет мне столицу Дании? Люся. Копенгаген. Молодец, Люся. Следующая тема – атомы. Итак, Ариша, ты что-то хотела сказать? Да нет, я по предыдущей теме хотела сказать. Вопрос на засыпку. Что сказал Архимед, когда сделал свое открытие? Арина? Можно выйти? Да, конечно, выходил. Спасибо. Где живут белые медведи? Может быть, Северный полюс? Люся? Северный полюс. Молодец, Люсенька. Умница. Блин, чего я сразу не сказала? Yes. Написал «Войну и мир»? Лев Толстой. Алёса. Лев Толстой. Ну это же я сказала. Всякий равносторонний треугольник является равномерным. Всякий равносторонний треугольник является равнобедренным, но не всякий равнобедренный треугольник является равносторонним. Ну ладно, молодец. 5. Давайте все похлопаем Арише. Она правильно сказала. Молодец. Данила, повтори, что я сейчас сказала. Равносторонний треугольник. Какой еще треугольник? У нас ранняя поэзия Пушкина. О, блин. Mm-hmm.
Ну да, наверное, это был не самый типичный пример, но я все равно надеюсь, что вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии внизу. Всем пока!